Всем добрый день. В районе пляжа Взморья этот ролик я озвучиваю дома. У меня легкий шок. Сегодня я немножечко погулял, так немножечко часиков так я так под 4. Поснимал. Блин. А звука нету. Как я тебе озвучивать эти ролики буду и когда, я даже не знаю. Ну, придется это делать. Итак, ладно. Пляж Взморья. Сегодня 10 число. 10 августа конкретно 2023 года. Прибыл на пляж, оставил вещи у Марине и пошел смотреть на море. Утро у нас сегодня начиналось достаточно пасмурно, вы видели. А вот днем стало очень даже жарко. На некоторых пляжах температура была повыше даже, чем на Взморье. Там показывалось 36 циферку показывали. И пляж, и море было 28. Я не знаю, озвучил я, не помню, озвучивал я или нет температуру. Скорее всего, я озвучил ее, но, увы, мы ее не услышим. Температура воды явно тут не менее, чем 26 градусов точно была. Зато вы не слышите, как играет музыка в этом баре «Бамбук». И YouTube не пришлет мне никаких ругательных слов в связи с этим связанных. Музыка-то была зарубежная. Цены вы уже знаете. Обстановку на пляже уже видите. Пойдемте. Окунемся в море. Камера у меня была с собой, как ни странно, сухопутная. Звук на ней должен быть получше. Даже ветра не слышно было бы. Но, к сожалению, как-то так. Скорее вы услышите шум кондиционера. Сейчас я его выключу, чем то, что было слышно на пляже. А там был детский хохот. Все радовались, легкие волны. Людей на пляже, как сами видите, очень даже немало. Скорее, много. Места, тем не менее, на пляже есть. Как ни странно, в августе вроде бы как людей много, а на пляжах можно найти себе местечко. Если в августе, допустим, прошлого, позапрошлого года это было весьма проблематично, то в этом году, как ни странно, нормально очень даже хватает. А вот в воде места поменьше. Выискивал себе, куда мне забраться, чтобы с камерой поставить, чтобы никто тебя не обрызгал. Тем не менее, обрызгали мне все равно ее. Сами видите, обстановка. Весьма сожалею о том, что вы не сможете услышать весь этот детский смех. Обстановочка очень даже была позитивная. Температуру не замерял, но море сегодня удивительно теплое. Хотя не совсем, не кристально чистое. Как ни странно, я сегодня прогулялся, вы увидите, на нескольких пляжах был. Как и обещал, пошел в южную сторону, в сторону Сочи. И везде вода разная. Где-то была достаточно прозрачная, очень даже хорошенькая. Камешки на дне можно было рассмотреть хорошо. А где-то не хватало нам этой прозрачности. Ну а там, где речка вносила свои коррективы, так там вообще была очень даже мутная водичка. Про это, кстати, будет отдельный ролик. К сожалению, опять же, его мне придется когда-нибудь озвучить, и тогда вы его увидите. Блин, это мне часа 3, наверное, только сидеть озвучивать ролики теперь. Это жесть, короче, полная. Ну, сами смотрите, какая обстановочка. Девочку чуть не вырвала там. Мама ее крепко держала. Волна ее чуть не унесла чуть-чуть. Ну как, унесла на берег. Не смыла чуть-чуть. Такая вот обстановочка. Все хорошо, тепло, хорошо, людей много. Что еще сказать? Кому-то не нравится, что много людей, кому-то нравится. По мне так нормально. Мне главное, чтобы было где оставить свою футболку, шорты, исландца. И все, и в море. Иди купайся сколько хочешь. Что народ-то делает? Жалко только, что опять стало жарко. Я уж думал, так хорошо будет, пасмурно так. Солнце сейчас светит по сию минуту. В окошко вот сейчас наблюдаю. Все классно. Что вам еще рассказывать, я не знаю. Что я там говорил, я не помню. Но что-то, наверное, хорошее говорил. Плохое я не говорю. Хотя будут ролики, в которых я говорил плохие, плохое. Но вы теперь это тоже придется озвучивать. И не знаю, как я озвучу еще в следующий раз. Ладно. Главное, что погода отличная. Море теплое. Ну, разве что не совсем прозрачно. Даже здесь вот вы можете рассмотреть, слегка-то камешки видно. Слегка. Такое оно матовое какое-то сегодня. Всем доброго дня. Всем, кто в Лазаревской, настоятельно рекомендую чуть-чуть попозже, часиков после 15-16, отправиться на море. Ну, а кто не Лазаревская, тому собираться. Ну, а кто уже был, тому
настраиваться на следующий год.